Сегодня, к сожалению, для вас не удалось одержать победу в финале, но вы молодцом, были, бились, забили 5 мячей, можно сказать, в одиночку тащили команду, но, к сожалению, что-то, видимо, пошло не так. Что именно? Ну, как мне кажется, соперник немного то ли лучше, то ли как-то более хотел выиграть. Выигрывали весь матч, мы в силу своего характера, видимо, пытались отыгрываться, но соперник сегодня объективно был сильнее. Не знаю, будем бороться с ними в премьер-лиге. Для нас это все равно хороший результат, второй сезон студенческой футбольной лиги, выход в премьерку, второе место, я считаю, хороший результат. То есть серебро – это положительное? Ну, всегда обидно проигрывать в финале, когда уже тут оставался один шаг, и мы с 3-0 отыгрывались на 3-3, там и 5-4, и все. Но в целом, если вот брать изначально, я думаю, для нас, если бы мы в начале сезона спросили бы второе место, мы бы согласились, я думаю. Поэтому я доволен.